Привет, дорогие друзья! И снова с вами Светлана. И сегодня обзор вот такого отпаривателя. Я всегда показываю обзор своих покупок. Сегодня это не покупка, это подарок ко дню рождения. Дети подарили. Думаю, что штука классная. Никогда не пользовалась, поэтому, естественно, оставлю в комментариях свое мнение о нем. Как нравится, насколько удобно. Ну, так, интересная штука. Итак. Давайте откроем и посмотрим. Так, что мы видим? Соответственно, какие-то инструкции. Инструкции это я потом почитаю. Так, есть вот такая рукавица. Насколько я понимаю, ее, в принципе, читала за отпариватели. Для того, чтобы когда отпаривать и придерживать вещь, голой рукой нельзя, так как можно обжечься. Поэтому есть такая вот перчатка в комплекте. Здорово. Так, есть вот такой мешочек. Я так понимаю, что это мешочек для самого отпаривателя, чтобы, к примеру, если брать с собой в путешествие, можно, занимает немного места. Коробку тащить, естественно, никто не будет. Да, ну и все время хранить в коробке тоже никто не будет. Так, сейчас достану. Довольно-таки большой шнур. Это хорошо. Вот такой отпариватель красивый. Емкость для воды. Вот, отщелкивается. Вот сюда заливается водичка. И такая резиновая пробка закрывается. Небольшой резервуар для воды, поэтому я думаю, что это для небольшого количества одежды. Ну, у меня большого количества и нету необходимости гладить, отпаривать, вернее, будет правильно уже, да, раз это не утюг. Вот. Я думаю, если это какой-то магазин, то, может быть, нужно что-то и побольше, а для домашнего использования, думаю, самое то. Так, набираем водичку. Ставим обратно. Сейчас как правильно. Я еще не разбиралась. Вот, бестолковая. Вот так. Еще какая-то гарантия. Так, и еще тут есть вот такая насадка. Щеточка. Я так понимаю, это для вещей, которые, наверное, так, по идее, или наоборот, куда-то достанет. Ага, вот так, вот. Эта щеточка, я так понимаю, когда какие-то свитера, либо, к примеру, бархат или велюр, я думаю, что как раз вот эта щеточка и используется. Ну, думаю, удобная вещь брать с собой в путешествие. Также, чем удобно, что можно хранить где-нибудь в ящике стола. И не нужна гладильная доска, которая тоже занимает место. Также, я думаю, отпаривателям удобно занавески. Это всегда проблема, большие занавески погладить. Я понимаю, что это будет более удобная вещь. Ну, конечно, попробую, оставлю обязательно свое мнение. Ну, давайте сейчас я возьму какую-нибудь вещь и все-таки попробую погладить. Итак, я взяла футболку мужа, набрала воды. Итак, включаю в сеть. Засветилась лампочка индикатора. Ага. То есть у меня была включена, получается. Вот, включаю, светится. Включить, выключить. Насколько я поняла, должно нагреться. Нагреваться должно быстро. Так, я пока одеваю перчатку, чтобы поправлять. Так вот, когда нагрелась лампочка, индикатор потухла. Смотрите, не знаю. Видно выход пара. Ну, давайте попробуем. Ой, классно. В общем-то, мне и перчатка не нужна. Смотрите, как здорово.
Ой, супер. Так, ага, нужна перчатка вот, чтобы вам видно было, да? Кстати, очень удобно вот эти места. Смотрите, как классно. Ну, что могу сказать? Очень даже прикольно. Ну, в общем, штука классная. Нагревается быстро. Навес, ну, не могу я так определить. Надо посмотреть по параметрам. Но не тяжелая. В руке держать нормально. Скажем, не совсем пушиночка. Ну, не тяжелая вещь. Удобная штука. Удобно взять с собой. В общем, я рада подарку. Мне нравится. Пока у меня только позитив. Ну вот, вода закончилась в резервуаре. И хватает вот как раз на одну вещь. То есть на больше вещей не хватит. Ну, для производства или для магазина, ну, наверное, это не годится. А вот для дома, для одной вещи отпарить, вернее, очень даже неплохо. Итак, давайте посмотрим характеристики отпаривателя. 1300 ватт. Дальше. Постоянная подача пара до 24 грамм на минуту. Потом час готовности к работе 45 секунд. В принципе, да, согласна, быстро мы с вами попробовали. Можно отпаривать вот как вертикально, так и горизонтально. Так, предупреждает, что пластина горячая, то есть дотрагиваться руками, ну, естественно, нельзя. Для этого есть перчатка специальная. Вот немаловажно, что это безопасно для всех видов ткани. Сменный резервуар для воды на 70 миллилитров. Ну, то есть воды немного. Есть побольше, конечно, но не вижу смысла для дома. Не нужна вот доска для... гладильная доска не нужна. Так как можно и подвесить, и можно положить, к примеру, на поверхности. На поверхности можно ложить и гладить. Так, что тут еще? Усунение запахов. То есть убирает запахи. И, кстати, где-то тут еще на коробке, на самой увидела, что... Так, ладно, потом найдем. Убивает микробы. А, так вот же. Знищение бактерий, то есть убивает микробы. Имеется щеточка для, как я уже говорила, для тканей, то есть для более грубых, там пиджаки можно, ну, это я уже почитала, и как бы я думала, что только для ворсистых тканей, типа велюра, там бархата, например, а нет, получается, ну, свитера там, к примеру, это, то есть рекомендуется пиджаки гладить, то есть такие грубые ткани. Что тут еще? Имеется захисная рукавичка, то есть защитная варежка. И жаростийка сумка. То есть это сумка для того, чтобы прятать, она жаростойкая. То есть если отпарить и, наверное, положить туда горячий отпариватель, хотя не знаю зачем, можно подождать, чтобы он остыл. Ну, то есть сумка, по идее, выдержит. Как-то так. Ну, в общем, довольно-таки интересная вещь. Мне нравится, мне понравилось пользоваться. Ну, действительно, не надо вот это раскладывать гладилку. Подвесил на вешалку, да, или можно разложить на столе там или на чем угодно. И отпарить. То есть супер здорово, как увидели, быстро это все происходит. И хватает на одну вещь, тем более вещь это мужская, побольше, чем на меня. Мне, наверное, этой воды хватит на две вещи. Ну, надеюсь, вам было интересно, увидели обзор, увидели, как работает эта штука. Возможно, кто-то выбирает себе и как раз актуально так. В общем, неплохая.
Дальше буду писать отзывы в комментариях, что мне нравится, что мне не нравится. Я всегда говорю и рассказываю, пишу как есть, то есть не приукрашивая. Рекламы абсолютно никакой, просто вещь, которой пользуемся, как и все остальное. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео, не только покупки, не только подарки. И, кстати, впереди будет видео еще обзор подарка. Подарили мне на день рождения, еще пока я не пользовалась, не знаю, будет тандыр. Буду готовить и также покажу, что это и какая это штука. Всем пока-пока!